Народ, всем пламенных хеллоу, приветствую на канале SFAMILYVAN из жаркой солнечной Флориды. Сегодня она не очень жаркая и не очень солнечная, шикарная погода. Ходи себе по площадкам, но я сегодня по автосалонам. И сейчас мы с вами посмотрим, как всегда, дорого, богато, спортивно. В общем, лакшери. Блин, какая красивая, смотрите. Ламборгинистый зеленый, номер какой-то Evo у него там. Короче, ладно, пойдемте смотреть. Подписываемся на Инстаграм, Телеграм. Golf Coast Motor Works. Это, короче говоря, автосалон таких очень зачастую необычных машин. Блин, V12 стоит. Ёлки-моталки. Сейчас все покажу. Где будут ценники, покажу. Так, это SV стоит. Range Rover. Синий это SV. Ну, мне кажется, все знают. Кто не знает, ребят, загуглите, что такое Range Rover SV. И это при этом очень необычный цвет. Это при этом его цвет похоже, это нифига не этот. Так, я не вижу стикера с ценой. Но буквально недавно я смотрел такой белый на белом салоне. СВ-шку такую же. Что-то в районе, по-моему, 230 или 240 тысяч долларов. Так, сейчас я посмотрю, ребят, если будут цены, тогда мы с вами продолжим просмотр. Если нет, то я не буду тратить ни свое, ни ваше время. Нет, вот здесь вот есть цены. Это у нас Shelby. Здесь есть у нас 21 год, Mustang Shelby GT500. 1900 всего пробег и 109 тысяч, 110 практически без 5 долларов. Не забудьте подписаться на Инстаграм и Телеграм. Туда я выкладываю информацию более емко. Если вы не хотите, там у вас нет времени тратить на целый ролик, вы можете посмотреть в Телеграме, просто там я раз выложил интересные варианты машин. Это два Корвета Z06 Supercharge и Z06. Все, 100 тысяч долларов за 15 год, ребята. Ну вот и такие вещи для суперфанатов. Ох, какой рейнджик интересный. Ну, здесь я думаю, что примерно такая же цена. Так, а на рейнджи у нас нет, есть. Есть у нас с вами здесь цена. Так, ребят, прошу прощения, позвонили, отвлекли. Значит, это у нас с вами Range Rover с Overfinch. Ребят, это, ну, типа, Mansory, да, вот эти вот, короче, тюнинг-ателье. Причем тюнинг-ателье именно под Range Rover, которая заточена. Ну, тут вот, видите, вот такая вот, вот такие косячки есть уже странные. 118 год, 130 тысяч долларов. Пробег всего, кстати, 17 тысяч. Всего 17 тысяч. Ну, это, то есть, это, короче, тут жирный жир, знаете, и, короче, алмазно-золотой бриллиант. Вот, наверное, ну, вот так, я просто уже, знаете, что попало говорю, потому что, ну, короче, это СВ автобиографи и еще, короче, вот в этом, то есть, знаете, Дима, тебе большой привет. Значит, когда хочу все и чтобы еще сверху вот так вот. А сверху, а можно еще сверху верхним немножко досыпьте, вот чтобы прям вообще. Ну вот это вот как раз тот случай. То есть явно тут, в общем, явно, короче говоря, человек, покупатель заморочился. Ну, знаете, деньги есть, что нет-то, как говорится. Мерседес Патриот. Это что-то, не знаю, чего он патриот, шильдика нету, ничего не скажу. Так, это у нас Competition, судя по дискам, да, четверочка. Это у нас M4 Competition. И M3 Competition. Так, есть у нас... Да что ж такое-то, а? Блин, ну ладно, сейчас пойду в салон. Хорошее. Цвет этот называется, блин, Urban Green, что ли, по-моему. И такая синяя. Все на лазерах. Вот говорят, лазер запрещен, типа, в США. Да ну, ребята, все разрешено, все. Все есть, все ездит. Нету, к сожалению, прайса. Ребят, кого заинтересовало, напишите мне в Инстаграм. У меня ссылка, первый мой комментарий, закрепленный от меня. Там ссылка на Инстаграм. Напишите, я просто либо на сайте найду, либо заеду, там, позвоню, узнаю, да, по ценам и так далее. Кому понравилось, если что-то, машины. ST5, я просто, видите, я люблю, конечно, когда везде стикеры есть, но они не везде и не всегда есть. Боже, я стою на уровне вот-вот, чтобы вы понимали. Офигеть. Просто это что-то с чем-то, я не знаю.
Вот я сейчас это в Телеграм явно выложу, потому что это надо просто видеть. Этого монстра. Ребят, сейчас я покажу. Ребят, смотрите. У меня 1.78 м, чтобы вы понимали. И вот смотрите, я стою. Я даже не могу передать вообще размеры этого авто. Просто вообще, просто нечто. Это у нас Ford Super Duty. Притом это 250-й лауреат версия. Капец. Блин, ребята, я как бы смотрел на свой Raptor, думаю, какой же он огромный, сколько же в нем места, он такой здоровый, радуюсь. Короче, ну нет предела возможностям. Тут вообще, тут просто, тут одна подвеска. Это все лифт. Капец. Я даже вам просто передать не могу, что это за машина и какие у нее размеры. Это 250-й версии лауреат, но размеры, даже хич у нее такой, золотой Super Duty. И матовый окрас, ну, в общем, человек заморочился тут прямо, чтобы вы понимали, не по-детски. Тут, по-моему, все переделано. Кому понадобится такой автомобиль, пишите. Мы его вам не сможем, правда, доставить, только купить можно, сами погоните. Потому что куда мы его нахрен погрузим? Нечто просто. Друзья мои, я знаю, что у Acura есть такие очень верные поклонники. Многие просят там постоянно показывать. Но у них, к сожалению, небольшое обновление. У меня у самого была MDX, а это у нас NSX. Это спортивная версия Acura. Ну, подразделение лакшери фрагмент от Honda, поэтому такие вот, вот машины они все-таки умеют делать. Поэтому, в принципе, Honda я доверяю. И это 17-й год. Это спорт хайбрид при этом. И 127 тысяч, то есть 128 тысяч долларов, 20 тысяч пробег всего на белом вот таком салоне. Короче, круть крутая. Bentley, вашему вниманию, V12. Именно с этой версии Bentley стартанула. Стартанула снова. С этой версии GT купе, это еще конвертабл. GT Convertible Bentley, 13-й год и 100 тысяч долларов. Все, 22 тысячи миль пробег. Ну, Bentley есть Bentley. Меня очень подмывает попробовать себе купить такую машину. Поедь, я понимаю, что это, конечно, баловство, но у меня товарищ есть один, он страшный фанат Bentley. Он всю жизнь едет на Bentley. Причем, когда у него не было денег, он покупал первые старые там совсем. Как бы, когда уже появились, уже поновее. Но я понимаю, за что эти машины так любят. А тем более вот этот GT Coupe, я говорю, то есть после краха практически компании, когда компания была на боку, когда уже шансов не было, и вдруг появляется вот этот, это был признан и автомобиль выставки, и автомобиль года. В общем, все звания и награды он забрал, но и действительно до сих пор не потерял своей актуальности, согласитесь. То есть машина очень классная, машина очень красивая. Всем владельцам Bentley огромный респект. Мы, кстати, поставляем Bentley. Имейте в виду, что можно с небольшим пробегом можно брать без налога, если будет прям вот такое с подиума забрать. Так что пишите, кому надо будет. О, друзья мои, смотрите, какая парочка. Это два конкурента, причем прямые конкуренты. Ну, этот вы давно уже знаете. Это у нас Jeep Wrangler Rubicon и 392-я версия. Это, ребята, Hemi 6.2, по-моему, да? Или 6.4, я уж сейчас точно не помню. И 470 лошадиных сил. И это еще в этом цвете бомбически смотрится. Это авто, конечно. Я всегда говорю, ребят, у меня был в Wrangler вот этот Fobai, да, Rubicon именно, заряженный в плане опций. Ну, у меня есть на эту тему видеоролики. И, честно говоря, на дороге его было очень сложно держать. Хотя я ничего не переставил, ни корос, ни колеса, ничего. А как себя будет вести вот эта вот многосильная машина, честно говоря, не знаю. Ну и Ford Bronco, ваше внимание, 418 лошадиных сил и 3 литра. Это максимальный движок. То есть он уступает мощности, но при этом, вот давайте так. Он еще пока, может быть, назвать его таким сыроватым, но при этом у меня одновременно был и Bronco, вы видели, и Rubicon. В итоге, честно говоря, от Rubicon я отказался. Ну, вообще, по причине того, что он гибрид.
плагин, да, и как бы двухлитровый двигатель, плюс еще батарейка. Батарейки хватало ненадолго, в итоге ты ездишь на двушке, то есть, ну, прикольно, классно. Рубикон мне очень нравится. И, скажем так, конечно, его уже, ему сколько уже лет, его доработали, это причем, я вижу, что максимальная версия, видите, у него крыша One Touch, то есть открывающаяся. 94 900 стоит, 23-й год, и пробег у него всего 2300. С черным салоном, кстати. Ну, еще старый экранчик. Ну, там новый экранчик, старый экранчик, медиа, это вообще, мне кажется, для этой машины абсолютно не важно. Ну и бронка. У меня были в простых версиях, то есть это самый заряжда, топовый, это вершина линейки. Но очень классно, что они тут вдвоем. Ну, тут даже видно, что Raptor больше. Он и внутри по месту намного больше, ребята. То есть Rubicon по сравнению с ним меньше. Сидишь уже. Проще там многие вещи. Здесь много опций, которые, конечно, безусловно, ну... У меня лично выбор пал именно в пользу Бронко. Наряду с простым таким Раптором. Ну, вернее, с простым, да, не Раптором. Здесь не знаю. Все равно Бронко, мне кажется, он эффектнее, больше, может быть, интереснее смотрится. Этот немножечко так уже примелькался, но очень круто, очень брутально, очень мужской такой автомобиль. Один из самых мужских, мне кажется, какой-то такой дикий кич передвигаться на нем по городу, где-нибудь, не знаю, да, там по центру города, это прям... Ну, то есть, так, очень брутально. Здесь нету цены, но, ребят, цена у них примерно одинаковая. Они все в районе 100 тысяч долларов стоят. Поэтому, как бы, тут такая тема, что идентичные автомобили практически. Эх ты, башечка уехала. Ребят, там внутри играет музыка. Возможно, что мне будет сложно там записывать ролик, потому что прилетит сразу. А он какие, зеленушечка какая, а? Так, ребята. Погнали теперь, что тут у нас и как. Как обычно, дорого-богато. Ух ты, какой это. Welcome. Ну, плиз, говорит, вообще, руки прочь. Это у нас, ребята, AMG. И это у нас Black Series. Это самая дорогая версия. Эксклюзивные варианты, поэтому тут... Короче, сплошной эксклюзив тоже сейчас выложу себе в телеграм-канал, чтобы ребята знали. Ну что, посмотрим на ценничек, сколько, а поскольку же обойдется сие произведение искусства. Давайте посмотрим. У нас с вами 359 тысяч. Ну, они заметно подешевели. 21 год, 4600 пробег. И Black Series двухдверный. Да, пожалуй, выложу. Он, кстати, уже у нас попадает под льготные растаможки. Так, ну что, здесь, ребята, я отвлекся, простите, от всех этих замечательных суперкаров. И потому что это не что иное, ребята, как Ferrari Enzo. Вы только посмотрите на это. Я не знаю, в курсе ли, но я думаю, что большинство автолюбителей в курсе, что такое Ferrari Enzo. На сегодняшний день цены стартуют минимально от 3 миллионов долларов. Вот самый, как бы, старт, там, 3 с небольшим. И при этом они даже не обозначаются, то есть это машины, эксклюзивы. Поэтому, ну, это какой-нибудь 2002-2003 год, вот чтобы вы понимали. И при этом цена на них только растет. Люди покупают, держат, там, может быть, прокатится, здесь даже ничего нет, ни пробега, ничего. Давайте я вам прямо вот так вот покажу, потому что это реально, это произведение искусства, это не машина. Это даже не мечта, это что-то из области фантастики. Ну, как бы, тут надо, конечно, просто фанатеть. Ну, кстати, два Форда GT. Это у нас Ford GT. И тоже, посмотрите, 1 миллион 200 тысяч 745 пробег. Здесь у нас тоже такие лихие эксклюзивы. Ну, здесь, правда, 2005 год и 420 тысяч долларов. 2000 пробег всего. Как вам Ford за лям баксов? Porsche наверху еще стоит это. Так, ну и... В общем, дорого-богато у нас с вами тут уже дороже некуда. После вот этого я уже вообще просто молчу. Я уже вам, мне кажется, вы теперь видели все на канале. Видели все, что только можно и нельзя показать.
Ох, ну ладно. Я просто... Ну, к ним можно там сейчас разговаривать по цене, но они скажут, что ты покупать будешь. То есть у них, короче говоря, насколько они посмотрят на клиента, насколько приболтают, настолько приболтают. Так, это у нас дух экстаза. Интересный цвет у Rolls-Royce. Так, давайте глянем, что там у нас по цене. Так, это у нас Wraith и 309 тысяч. 20-й год, кстати. 4900 пробег, ребят. Светлый салон. И entertainment весь от BMW. Так, корветик стоит. Вот этот корвет такой интересный. 13-й год. 13-й год, всего 40 миль и 90 тысяч долларов цена. Вот я там, видите, вот видите, это, видимо, кто-то из салона приехал. А, нет, продается вон тот зеленый Chevrolet. Так, ну и Bentley. Это уже новые Венья. Но, тем не менее, все равно все по классике. Говорят, что это карельская береза вообще. Не знаю, насколько прям правда, но... Так, и у нас с вами давайте глянем. Давайте глянем. Bentley, это у нас Continental GTC. Вот так вот сделаю вам. 260 тысяч долларов, всего 9500 пробег, 22 год. В общем, ребята, как только вам понадобятся какие-нибудь эксклюзивные варианты, вы знаете, к кому обращаться, потому что мы, как выясняется, можем многое. Есть у меня выход на хозяина салона. Вот это вот просто сейчас нет никакой необходимости ему там его, как бы, ему там уши ломать, что мы тут что-то собираемся покупать. Поэтому, если кому-то вот Ferrari Enzo, обращайтесь. Будем покупать. И, честно говоря, такое, я бы, не знаю, это прям эксклюзив. Так, это если вот мои друзья из Арабских Эмиратов там только, которые вот меня там заказывают. Но пока мы только мустангами ограничиваемся. 20-й год, AMG GT и 180 тысяч долларов. В два раза дешевле, чем Black Series. Так, и это у нас, это 675-й LT McLaren. Еще классическая панель, она потом у них так переворачивается. Видели, я где-то показывал. Ну, они, кстати, McLaren так в доступе даже на тест-драйв не предлагали. 280 тысяч долларов, 1500 пробег и McLaren 675 Spider. Красавчик, конечно. Ну, вот тут, честно, я вот этого прям не прусь. Вот это вот нет. То есть из всего того, что вот если там образно, ну, не знаю, наверное, Black Series только, пожалуй, из такого вот прямо вау. Блин, я Bentley сфотографировал, чтобы поставить вам на заставку, чтобы вы идентифицировали себе автомобили. Я, наверное, поставлю все-таки Enzo, потому что это прямо, ну, редкость редкости. Вдруг кто-то заметит, что это Enzo и придет смотреть ролик. Ну, здесь, правда, цены, к сожалению, нету, но видите, это вот сори. Или бэшечку вам поставить лучше. Ну ладно, поставлю Enzo. Ехал до Porsche, пока не доехал. Короче, следующее видео вам запишу из Porsche. Это у нас с вами... А, он бесценника McLaren этот. Love. My wife, let's buy car. Speedtail. Ну, это, конечно, это, ребята, прям просто шедевр. Я вам хотя бы просто покажу тут. Давайте заглянем вовнутрь, хотите? Я вот не могу, а вы можете, видите. Вот так вот. Ну. Ничего, конечно, глаза не выпадают. Так, GT3. Ну, вот сейчас мы поедем, кстати, с вами, ну, в следующем видео поедем выбирать. Мы ищем 911 21 года в хорошем состоянии, с небольшим пробегом. Мне кажется, что... Только очень большие эстеты, которые очень хорошо разбираются в машинах, покупают себе именно 901. Вообще Porsche вот такие вот, да. Вот здесь у нас на механике все по фэншую. Ну, еще предыдущая версия.
Цвет, конечно, вот этот огонь. Кстати, вы знаете, что новый в 25-м году? А, он солд уже, видите, он солд, поэтому цену не скажу. Так, здесь нет цены. Давайте вот на Феррари вот это посмотрим. Это у нас с вами... Это у нас с вами 569, 570 тысяч. 20-й год. Писта 408. 880 всего миль. Пробег. Моя любовь. Ламборгини. 15-й год. Хуракейн. Underground Racing. 289 тысяч и 8300 всего. Мне очень нравится внутреннее убранство, эргономика и дизайн. Он реально такой бэтменомобиль, знаете, прям вообще прям бомба нереальная, особенно вот в этом цвете. Просто что-то с чем-то. Так, еще один. Ну, это все поклонники игры Need for Speed хорошо знают этот автомобиль. Еще когда-то мы с вами гонялись, да? Эх, теперь выросли, пора покупать вживую, да? Ну, при этом, слушайте, 140 тысяч долларов, не так уж много, 10 тысяч пробег Галларда. А я вот почему-то очень хорошо помню эту машину. И я понимаю, что вживую она, конечно, намного лучше, чем в игре. Но и в игре было классно. Хотя всегда на бэхах гонял. Так, у нас вот это вот еще есть. Это у нас с вами 408-я Pista Spider и 4900 пробег и 660 тысяч долларов цена. Ну, это из-за того, что Spider. Очень классно, конечно, смотрится. Блин, Галларда просто нечто. Сейчас тоже в Телеграм выложу. Ребят, подпишитесь на Телеграм, Инстаграм. Я туда выкладываю. Ох. Вы знаете, эта машина меня удивляет, прежде всего, конечно, ценой. У меня такая моделька есть, я собираю модели. И у меня такая есть. Это у нас Roadster Alpina Z8. 350 тысяч долларов. А это что такое? У-у-у! Нифига себе. Я даже не знал, что такое тут есть. Сейчас перейдем туда, там, правда, ценника на нее нету. Так, ну, Z8 Alpina. Это, конечно, нечто. Но это эксклюзивы.